Больше 8 месяцев семья Бакановых доказывает свое право на жилье. В декабре прошлого года их муниципальная квартира сгорела от замыкания электропроводки. Татьяна Никитишна и 2 ее сына сразу обратились в администрацию с просьбой предоставить им жилье из маневренного фонда. Начались проволочки. 2 месяца ждали справку от МЧС. Потом восстанавливали сгоревшие документы. По инстанциям собирали бумажки. Они нам говорят, а нам все равно. Снимайте квартиру. У вас дети работают. Снимайте жилье. У меня на лекарства уходит 3000 каждый месяц. Как вот мы будем снимать, если дети у меня остались вообще без одежды, без всего? Если мы сейчас снимем квартиру, значит, дети не смогут себе купить ни зимней одежды, ничего. У них сгорело все. Только через 4 месяца чиновники предоставили варианты квартир. Оба оказались настолько плохи, что непритязательную женщину, привыкшую жить в квартире даже без холодной воды, они не устроили. Общее удобство, туалеты, раковина, и нет в подъезде двери. А как зимой ходить? По нужде и везде. И там бардак. Там навалено мусору и запах. Непригодный для жизни, потому что для здорового человека непригодный, а для астматика тем более. Уже 8 месяцев семья живет у совершенно чужого человека – 80-летнего ветерана вооруженных сил СССР Михаила Канаева. В прошлом году Татьяна Никитишна начала помогать мужчине по хозяйству. Узнав о ее беде, ветеран приютил семью. Их надо беречь. Именно для них должны быть предоставлены все возможности для нормальной жизни. А они вот уже 8-й месяц бомжи. Искусственно созданные бомжи в государстве. Кроме того, что у нас и так на сегодняшний день бомжей хватает. Третий предложенный вариант квартиры оказался достойным. Семья начала готовиться к переезду. Но, как выяснилось, рано радовались. Оказалось, что жилье уже отдали другим нуждающимся. Они пришли сияющие сыном. Вот все, теперь наконец у нас будет жилье. К сожалению, оказалось, нет, для вас этот кусок слишком жирный. И вот слово «для вас» меня особенно потрясло. Как это так для них? Я вижу их абсолютно честных, прозрачных, дееспособных, жизнеспособных людей, которые занимаются именно трудом. Чиновники говорят женщине, что выбирать все равно придется из маленьких и грязных квартир, которые уже предлагали. Либо они, либо ничего. Вот этот случай тоже достаточно типичный, потому что ведь есть эта семья, все-таки может хотя бы себя прикормить. Есть ведь семьи действительно с маленькими детьми, которые не исключено, что стоят на очереди, тоже живут у друзей, у родственников, у соседей. Вот, и это даже еще страшнее. И равнодушие чиновников, я думаю, оно хуже, чем даже в возможности маневренного или какого-то другого фонда. Не секрет, что у нас по самым приблизительным подсчетам все равно 1/5 фонда принадлежит администрации города. На каждого из погорельцев по закону приходится 14 метров жилья. Предложенные квартиры по этому параметру не подходят. Сколько еще придется злоупотреблять терпением ветерана, члены семьи не знают. Они просто не считают нас за людей. А почему вы не заработали? Я говорю, а вот на фабрике отработал, я не заработала. Потому что последний дом, который выстроили от фабрики, его продали. Где я могла получить очередь, как мать-одиночка. По льготной очереди. Ну и в итоге осталось вот так. Татьяна Никитишна готовится идти на прием к главе администрации города. Если визит не принесет результатов, семья обратится в прокуратуру. Мария Смирнова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.